7 тысяч километров местных дорог отремонтируют в Беларуси в ближайшие 2 года, заявил вице-премьер Анатолий Калинин, посещая Слуцкий район. Здесь дорожники представили 3 новых технологии ремонта и восстановления полотна. У каждой свои преимущества и недостатки. Бетонные, например, служат дольше асфальтного. Высоко оценили технологию холодного ресайклинга. Это когда старое покрытие снимают и тут же на месте превращают в новое и более прочное. Ну, такая дорога дороже. В правительстве считают, что каждому участку нужен индивидуальный подход, исходя из нагрузки. Мы сравним сейчас цену качества, долговечность. Вот это главная задача, мы должны определить. И таким образом выбрать технологию, самую оптимальную для наших климатических условий, для экономического эффекта прежде всего. То есть построить и хотя бы 25-30 лет не возвращаться к этому восстановительному периоду. Одновременно с восстановлением местных дорог модернизируют и республиканские магистрали. Трассу М6 Минск-Гродно обещают закончить через год. Затем возьмутся за дорогу М3 между Минском и Витебском.